Место вице-мэра Кишинева Фадея Нагачевского может занять нынешняя руководительница столичного водоканала Ирина Гутник. Ее кандидатуру сегодня предложил Ион Чубан на заседании Мунсовета. Тем не менее, Гутник не набрала достаточного количества голосов, чтобы вступить в должность. История схожа с прошлогодней, когда в ноябре кандидатуру Нагачевского мунсоветники дважды не одобрили, а мэр своим указом назначил его своим замом. Мы считаем, что это подходящая кандидатура. У нее большой опыт работы в Министерстве экономики по специальности, связанной с местным публичным управлением, Счетной палате в качестве главы управления по вопросам местного публичного управления. Она была замдиректора агентства по рассмотрению апелляций. Так, на сегодняшнем заседании Мунсовета Ион Чубан представил кандидата на должность одного из своих замов. Впрочем, его доводы проголосовать за Ирину Гутник оказались неубедительными. За проголосовали только 13 советников, из них 6 от ПСРМ. И здесь не обошлось без словесных стычек между матерью столичного градоначальника и мунсоветницей от ПДС. Дана Зинаида, с темой процедура дивод, вы рог мул. Дана Ирина Гутник перед советниками сегодня не выступила. Между тем, мнения народных избранников по теме разделились. Мы немножко недопоняли с моим коллегой Валерием Ивановичем, почему мы не были проинформированы, почему мы дополнительно не обсуждали кандидатуру на должность вице-премьера. Мы выбираем не команду генерального мэра, а общественную должность, которая называется генеральный вице-мэр муниципия Кишинев. Команда господина Чубана находится в партии, которую он намеревается сформировать. Таким образом, история прошлой осени повторяется. Тогда кандидатура Нагачевского дважды не набрала достаточного количества голосов. И в итоге Чубан в соответствии с законом назначил его своим распоряжением. Должность стала вакантной после отставки Виктора Киронды. Последний добился отмены документа, которым был уволен. Но в возвращении на должность ему отказали, поскольку решение до этого приняла лишь первая инстанция. Разве мы не нарушаем закон, голосуя за другого вице-мэра сегодня, когда на сегодняшний день есть один отстраненный? Это решение муниципального совета произвело юридический эффект. Отношения с господином были прекращены и избран другой вице-мэр. Более того, суд никак не прокомментировал перестановки, то есть возвращение на должность господина Киронды. Мунсовет не поддержал кандидатуру, как и в случае с Нагачевским. Будет ли это похоже на его случай? То есть дважды не поддержит, а вы назначите своим распоряжением. Мы собираемся действовать в соответствии с юридическими процедурами. В зависимости от того, какое решение будет принято, мы будем действовать дальше. С 2003 по 2006 годы при правительстве Тарлева Ирина Гутник работала в Министерстве труда в качестве старшего специалиста отдела трудовых отношений. Позже работала в Минэкономике, Счетной палате, а в июле 2017 была назначена зам гендиректора Национального агентства по рассмотрению апелляций. Тем не менее, в феврале этого года большинством голосов в парламенте ее уволили из-за невыполнения должным образом трудовых обязанностей. Тогда Гутник заявила, что подаст на парламент в суд. Через 4 месяца ее назначили директором АП-канал Кишинев.